Что делать, если на ходу захотелось в туалет? Нужно ждать подмены. У нас через каждые 4 часа положен технологический перерыв в подменах, где можно попить чаю, кофе, сходить в туалет. На промежуточных станциях, например, на Красносельской, у нас просто линию обслуживает 2 депо. У одних на Воробьевых горах, а у нас на Красносельской. И подменка длится где-то 25 минут. Можно за это время что-нибудь успеть сделать.